Доброе утро, дорогие друзья и подписчики канала Russians Do Florida. Если вы еще не подписались на наш канал, то, пожалуйста, сделайте это. Нажмите кнопочку subscribe или подписаться и нажмите на колокольчик, и вы всегда будете оповещены, когда мы выходим в прямой эфир. Обычно это происходит либо в понедельник, либо в среду в 8 часов вечера по Майами, по Нью-Йорку. А иногда у нас выходят и другие короткометражные информативные видео. Сегодня во Флориде погода замечательная. Градусов, наверное, 80 будет днем. Сейчас даже немножечко прохладно. Замечательная погода для того, чтобы поваляться на бассейне или сходить на пляж, или же просто позаниматься спортом в парке, или же провести хороший день с детьми и сделать барбекю. Говоря о маркете real estate, если вы смотрели наши предыдущие видео, мы говорили, что маркет начнет приостанавливаться. Мы сейчас уже можем наблюдать спад цен на аренду жилья. Если дом, например, который сдавался еще 3-4 месяца назад за 5 тысяч в месяц, сейчас сдается уже приблизительно за 4. Чем это вызвано? Скорее всего, это вызвано тем, что многие люди пошли на работу в офис. Многие вернулись из нашего солнечного штата в свои, например, Нью-Йорк, Калифорния, Техас, Иллинойс и другие штаты и пошли работать в офис. Потому как маски уже сняли, мир открылся и все концентрируются на данный момент только на войне, которая происходит в Европе. Работая в офисе, многие люди, конечно же, покинули нашу замечательную Флориду и вернулись к себе. И с этим связано падение цен на аренду жилья. Что же будет следующим шагом? Это вопрос, который крутится у всех сейчас. Стоит ли вкладывать деньги в недвижимость во Флориде? Будут ли падать цены на дома и квартиры в солнечном штате? Цены, которые уже заоблачные, должны, по идее, да, они по идее должны приземлиться. Но будет ли это так, мы не знаем. Тому, как сейчас идет еще и очень сильная инфляция. Инфляция, рост цен на все. Цены на бензин, цены на продукты, цены на всякие, ну я не знаю, мебель, машины. Все, чем пользуется сегодня семья и не может без чего обойтись, поднимается в цене. И еще раз, дорогие друзья, не забудьте подписываться на канал Russians Do Florida, чтобы всегда быть в курсе, когда мы выходим в прямой эфир. Наши прямые эфиры – это интерактивная программа, где вы можете задавать свои вопросы, а мы будем на них отвечать. Приезжайте к нам!